Всем привет! Хочу передать привет двум ребятишкам. В общем, Айвар Питкун и Анастасия Стренге. Вот вам я передаю привет, вы мне писали ВКонтакте. Еще раз спасибо всем, кто принимал 3 декабря в Дагопилском челлендже. Хотя кто-то начал писать, что это флешмоб. Мне уже все равно, что вы считаете, это флешмоб или челлендж, какая разница. Это был челлендж, в общем, вызов другим городам Латвии. А видео, которое должно выйти, ну, оно должно быть хорошо смонтировано, в хорошем качестве, оно должно выйти, в общем, 11 декабря. Хочу поговорить немного про зиму. За моим окном зима, снег, мороз. И знаете, ощущение зимы оно есть, но вот ощущения ближайших праздников у меня пока нет. В интернете стали писать половину народа про Рождество, Новый год, но у меня ощущения пока праздника нет. Ощущение, вот, что я в ожидании какого-то чуда. Пишите и вы в комментариях, ждете вы чудо или нет. Вот. Недавно вышел батл Рики Ф против Гнойного. Вчера я этот батл посмотрел и... Ты попросил биты помедленнее 140 BPM. Теперь трясешься пиздос, но Питер мой Вифлеем. Ёбаный ты бомж, тебе здесь пиздец. Лишь забравшись на мой хер, ты покоришь Эверест, накидаю. Смотрел и скажу, что он получился классный, динамичный. Обзоры я не буду делать, я решил просто сделать такой мини-ролик 7 минут. 7 минут, да. Поэтому я думаю, вам просто понравится. Скоро выйдет этот ролик, который я сделаю, ну, который смонтировал за 7 минут. Думаю, сегодня в 9 часов по европейскому времени. Больше ничего говорить не хочу, поэтому ставьте лайк этому видео, комментируйте, мне кто-то звонит, и подписывайтесь на канал. Всем пока. Говори.